ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पेस्ने त्रेत्य ग्लाबा 15 описание царства Бога. Текст 8. यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्ते वा यन्त्रिता Харанти барин аяттастасмай мухьяяте намаха. Ясья, который, вача, по указанию вет, праджа, живых существ, сарва, всех, гава, быков, тантья, веревкой, ива, как янтрита направляют, харанти приносит и уносит, балим подношение, атрибуты поклонения, аята под властью, тасмай ему, мукхьяя предводителя, те тебе, нама, выражаем почтение. Перевод текста. Предписание вет, направляющее жизнь живых существ, всех живых существ, подобные веревке, пролитой через ноздри быка, с помощью которой погонщик правит им. Никто не может безнаказанно нарушать правила, изложенные в ведических писаниях. Мы в глубоком почтении склоняемся перед тобой, предводителем живых существ, которые даровал нам веды. Комментарий Шрила Прабхупады. Ведические писания представляют собой свод законов Верховной Личности Бога. Нарушать предписание вед столь же недопустимо, как приступать к законам государства. Каждый, кто стремится обрести истинное благо, должен действовать в соответствии с указаниями ведических писаний. Предписание вет регламентирует жизнь обусловленных душ, которые пришли в материальный мир за материальными наслаждениями. Чувственные наслаждения подобны соли. Соли нужно положить не больше и не меньше, а ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы блюдо получилось вкусным. Обусловленные души, которые пришли в материальный мир, должны пользоваться своими чувствами в строгом соответствии с предписаниями вет. В противном случае, на каждом шагу их будут ожидать новые и новые страдания. Ни один человек или полубог не может создать законы, подобные ведическим, так как предписания вет даны самим Верховным Господом. Здесь полубоги обращаются к Брахме, приходят к нему за помощью. И поэтому они должны что-то сказать, вдохновить Брахму, расположить как бы к своим вопросам. То есть Брахма, он прародитель всех живых существ, он источник благополучия, источник знания, источник всех добродетелей. Также он дает веды. Веды, и он дал веды, и теперь он занят своими делами. То есть он дал все необходимое. Но здесь говорится, что иногда живые существа отступают от правил вет, попадают в сложное положение. В этом случае добиться благосклонности Брахмы непросто, потому что живые существа отвергли то, что он им дал. Даже полубоги могут отклониться. И поэтому полубоги приходят, выражая свое глубокое смирение и почтение, чтобы расположить Брахму, показывает свою как бы невинность, невиновность. Ну, так случается, у нас есть трудности,
Ты отец всех живых существ, даешь знания, никто не может нарушать веру безнаказанно. Мы обращаемся к Тебе за помощью, потому что мы волей-неволей несовершенны, мы можем нарушать эти правила, намеренно или не намеренно. Так случается с нашим несовершенством, они говорят. И они восстанавливают авторитет вед, именно выражая почтение Брахме, признавая его авторитетом. Важный момент. Мы признаем веды, но если мы не признаем авторитетов, которые дают эти веды, мы попадем в трудное положение, очень сложное положение. Но если мы признаем авторитет вед, автоматически веды принимаются. Поэтому важнейший принцип здесь, то есть полубоги обращаются к Брахме, чтобы восстановить авторитетность, от которой они забыли, отклонились и попали в трудное положение. Они снова пришли и признают его учителем, своим учителем. Здесь говорится сарва, праджа, праджа сарва, то есть не только люди. Прабхупада не комментирует этот момент в этом тексте, иначе был бы очень сложный комментарий, я думаю. Он выдерживает здесь необходимую линию. Но здесь именно такое слово используется. Ясья вача праджа сарва. То есть указание вет. Вача — это речь, слово. Слово значит также указание. Вообще говорить не нужно. Нет необходимости в разговорах. Речь необходима для того, чтобы управлять правильно действия были, больше ничего. Она больше не нужна, речь, потому что весь мир находится внутри человека достаточно. Но если мы хотим что-то улучшить или направить, или исправить, нужна речь, вача, указание. Да, и здесь говорится, это подобно веревке, эта речь. Если она согласована с ведами, она подобна веревке у быка, за ноздри быка, и он вращает круг, или его контролирует этой веревкой. Слово «вет», говорится, таково. Малейшее отклонение и трудности у быка будут. Сложности. То есть это на самом деле невозможно. Сразу же попадает в какие-то области страданий, мгновенно. Как только даже думает независимо, уже попадает в область страданий, начинается область страданий. Как только он чувствует вожделение, он может назвать это влюбленностью, возбуждением, но он тут же начинает страдать. Как только он задумал копить деньги, сразу начинает страдать. Как только он заработал какие-то деньги, сразу беспокойство приходит в жизнь. Как только он их тратит, эти деньги, тут же беспокойство приходит. Только он теряет деньги, невозможно невыносимо становится. То есть всякий раз, как только человек отклоняется от вет в сторону как бы, своей личной выгоды, сразу начинается беспокойство. Сначала в уме, потом при помощи речи из ума эти беспокойства выходят во внешний мир, к другим живым существам, возникают конфликты и прочее, прочее, прочее. Речь вача. Поэтому речь должна быть согласована с ведами. Здесь говорится, все живые существа, не только люди, управляются ведами. Не следует думать, что веды — это для только людей. Веды — это законы природы, так можно сказать. Законы природы описаны в ведах. Но они связаны, и каждый закон, ну, почти основные законы связаны с людьми личностями. Отсюда возникает отношение, в ведах описывается, каковы отношения с этими законами, законодателями. То есть отношения устанавливаются не самим законом, а с законодателями. Например, с законом мы никаких отношений не имеем лично, только слышим вача от законодателей, что есть правила и предписания. В остальном мы свободны. Но если мы нарушаем закон, мы имеем отношение с законодателями, которые присуждают нам наказание сразу же. И если мы не нарушаем закон, то те законодатели могут наградить человека, который живет примерно и очень много пользы приносит обществу. То есть законодатели в конечной инстанции, и веды указывают на законодателя. Материальная наука на законы указывает природы, а веды указывают на законодателей. Выше идет это. На авторитет, от которого исходит этот закон. Нам нужно понять, почему такой закон. Не просто разбираясь в самом законе, а нужно спросить у законодателя. И тогда у нас откроется тайны. Тайны творения. Только в этом случае. Как Прабхупада говорит, авторитетность произведения, как вы определите?
спорят многие критики литературные о Шекспире, о Достоевском, о Толстом, сколько угодно есть критических заметок, и все они могут противоречить друг другу, мнения расходятся. Но Прабхупаде нужно спросить самого Льва Толстого, что он имел в виду. А ну, это невозможно в нашем примере. Он ушел куда-то, недоступен. Но законодатели мира существуют, пока существует мир, то есть закон существования в них. Мир существует, значит, что законодатели существуют также. Не бывает, что мир существует, законодателя нет. И именно их существование определяет существование этого мира. Если законодатель расстроен, здесь все будут расстроены, неудовлетворены. Если он удовлетворен, здесь все будут удовлетворены. То есть нужно понять, о чем говорят веды, почему здесь говорится, что все живые существа контролируются законом веды. И познать веды, однако, может только человек. Изучить. Поэтому есть писание, прочитать. Ну, а если нет писаний, можно опытным путем, но это займет очень долгое время, открывая физические законы при помощи экспериментов. Отвергая веды, если мы отвергаем законодателей, то можем просто законы открывать тогда, без законодателей. Если мы обращаемся к законодателю, Харе Кришна, то есть и законы открываются, естественно. Например, преданные, они не эксперты в аштанга-йоге, не занимаются никто. Но просто повторяя Харе Кришна и служа Кришне, им открываются все тонкости аштанга-йоги. Они не философы здесь сидят, не Сократы, никто так не выглядит. Но просто повторяя Харе Кришна манту, служа Кришне, открываются все тонкости философии, вся глубина знания. Они не психологи, но все преданные становятся психологами. Просто потому, что повторяют Харе Кришна и изучают веды. Это естественно образом происходит. То есть преданный это мастер взаимоотношений. Мастер учитель отношений, значит. Эксперт в этом. И здесь говорится, эти предписания веданы самим Верховным Господом. Поэтому никто не может их пересоздать, переустановить. Как бы изменить это невозможно. Менять законы, вообще нет такого понятия изменить закон. Закон неизменен, иначе он не закон. Какие-то, может быть, советы можно давать разные людям, менять согласно месту или обстоятельствам, но закон вы не можете изменить. Вы не можете изменить закон тяготения, допустим. Закон того, что сердце должно биться вот с такой-то частотой, или кровяное давление должно быть таким, а температура тела вот такой. Измените эти законы, и вы будете болеть. Если вы изменили температуру тела, это означает, что изменили закон. Просто изменили, просто вошли в область страдания тут же. Сразу же это происходит. Это означает, что вы нарушите. Закон говорит именно таким языком. Страдания вы нарушите. Болеете, стареете, умираете. Вы нарушаете закон. А материалисту кажется, наоборот, все законы против меня. Это они враждебны, не я. Я невинный человек, живу нормально. Никого не трогаю. Почему должен стареть, умирать и болеть? Где наука, где медицина? Какой-то человек, где он сейчас живет, недавно прочитали мне эту новость, но уже не так недавно, сколько-то лет назад, ему сейчас 68 лет, он отравился еще, будучи молодым. Не описывается, как он отравился. Что за отравление было, какого вида там говорилось. Он попал в кому. И в коме пролежал, может быть, сутки. В клинической смерти, не в коме. Клиническая смерть, поэтому это было для ученых очень интересный феномен. Потому что в клинической смерти мозг разрушается через несколько минут, 4-5 максимум минут. Уже разрушение необратимое. В клинической смерти. То есть человек уже не вернется. Он вернулся в клинической смерти через сутки. Вернулся, и затем полгода он не мог разговаривать в каком-то странном состоянии. Считалось, что какие-то нарушения все-таки произошли в его мозге, хотя он удивительно выжил. Через полгода он снова стал говорить. Вот его спросили, если что-то видел там. Вот слишком долго был в коме, то есть в клинической смерти, редкий случай, что-то ты видел там особенное. Говорит, да, это вот сначала напоминало то, что Моуди говорит, описывает его. Пациенты, есть спираль какая-то, я шел на этот коридор света, так и было. А затем, позже, говорит, я в этой спирали блуждал долго и останавливался время от времени в некоторых местах, говорит, и меня пронизила какая-то удивительная энергия.
Рассказал вот эти вещи, но никого не видел. Никого конкретно не могу описать, чтобы что-то мне говорил кто-то, я видел кого-то. И затем, когда ему исполнилось 40 лет, он сказал, что для меня в это время, в этом возрасте время остановилось, это чувство внутри. Он больше не стареет. 68 лет, он выглядит вполне молодым человеком. Учен. И он говорит, что Вселенная, он говорит о реинкарнации, о каких-то таких законах, что-то там он узнал, почувствовал. Он говорит, что это что-то очень похожее на ведические писания. О том, что мы живем как бы вот в едином мире, Вселенной, нужно расширить свое понимание, что-то он такое вот начинает говорить. Вот это законы Вед. Они распространяются не только на Кришне, это видеть. Потому что кто-то думает, что только на Кришне это распространяется законы Вед. А законы государства на всех распространяются. Люди находятся в заблуждении. Законы Бога распространяются на всех. Мы еще почитаем. Сатвам витхатсва шампумамс тамаса лупта карманам адабхра дайя дриштья Апанан вриха сишитум арха сикшитум. Полубоги молили Брахму, пожалуйста, обрати на нас свой милостивый взор и снизойди к нашим страданиям. Из-за наступившей темноты вся наша деятельность остановилась. Комментарий. Из-за непроглядной тьмы, которая окутала Вселенную, обитатели различных планет прекратили свою обычную деятельность и оставили свои повседневные занятия. На северном и южном полюсах нашей планеты бывает пора, когда день сливается с ночью. Аналогичным образом, когда солнечный свет не проникает на планеты Вселенной, на них тоже становится невозможно отличить день от ночи. Вот такие еще явления бывают. Но в Бхагаватам не всегда солнце можно видеть. В данном случае, что бывают такие явления во Вселенной страшные. Для живых существ это очень тяжело пережить отсутствие света солнечного. Эша дева дитир гарпа оджа кашьяпа арпитам дишес тимира ян сарва артхате мир ивай тхаси. Подобно тому, как избыток дров гасит пламя костра, плод, который развился из семени кашьяпы в чреве дити, стал причиной того, что Вселенная погрузилась в кромешную тьму. Необычный текст. Здесь говорится, есть огонь, есть дрова. И огонь — это Вселенная. Вселенная, Солнце — это энергия Вселенной, которая поддерживает живые существа. Согласно, что энергия должна быть для поддержания. Если мы приходим сюда, должна быть достаточно энергии для поддержания. В форме света солнечного, стихий, плодородная земля, энергия должна быть. Ну, понятно, не будем долго. И здесь говорится, что иногда дров больше, чем огня. И не хватает энергии для жизни. Вот такой бывает тоже еще феномен. То есть, другими словами, каждый рожденный человек, любое рожденное живое существо, оно расходует часть вселенской энергии. Это понятно. Мы тоже мы должны дышать, мы должны выдыхать. То, что мы выдыхаем, мы не должны вдыхать. Мы должны отдавать кому-то, кто-то должен взять эту энергию, для него эта энергия переработать и так далее. И, то есть, тут целый конгломерат работает, невообразимый, что просто даже дышать нормально будет. Не говоря о том, чтобы уже ходить или мыслить, представьте, какие энергии включаются, чтобы мы использовали энергию разума, ума, и мы об этом, конечно, не думаем, просто пользуемся. Думаю, что это я такой, но это работает энергия Вселенной. И тело, оно как бы продукт этой энергии тоже, включается, подключено ко всем этим стихиям, ко всем тонким энергиям. Мы им пользуемся какое-то время. Но иногда, говорится, рождаются такие существа, которые уменьшают энергию даже Вселенной. Ну, как уменьшают энергию Земли, мы можем видеть, что воздух становится нечистый, не хватает энергии переработать его, сил.
Даже солнце, когда светит, не хватает энергии очистить все. Даже дождь, когда идет, не хватает силы у дождя очистить. Даже когда ветер дует, не хватает этой энергии. То есть в какой-то момент мы чувствуем какой-то чистоты, и затем снова наступает нечистота. К примеру, зимой мы топим углем. Но уголь не очень чист. Сам по себе, как топливо, не очень хорошее, много очень шлаков, слишком много. Так же, как и нефть, собственно говоря, если сжечь. И в Средней Азии уголь качество не очень высокого, здесь еще больше шлаков получается. И в зимний период мы должны вот пользоваться ядом фактически. Вот мы говорим как, не хватает энергии, не хватает чистого топлива, потому что когда достаточно энергии, обычно все горит без дыма, так описано в ведах. Когда мир достаточно чисто устроен, то без дыма, без беспокойства. Помните этот первопесный момент, когда мудрецы на Нишаране зажгли огонь жертвоприношений, чтобы противостоять Кали-юге, 1000 лет должны были проводить эту ягью, чтобы противостоять влиянию Кали. Такова цель была. Огромная ягья была, арена, то есть там мили квадратные, там, было много топленого масла, зерна, и 1000 лет, то есть это делать, чтобы Кали остановить. Но они не могли справиться, а дым пошел. Простая вещь на людей. Такой дым, что невозможно было читать там мантры, вообще находиться. Тогда они просили к сути Госвами, говорит, мы не знаем, что делать. Ты был там, я был Шукадева, ты слышал то, что мы не слышали. Махараджа Парикшит, великий император, освободился, услышал Шукадева, может быть, ты перескажешь нам, может быть, таким образом мы остановим. Такую ягью совершим. Человек Кали невозможно совершать вот эти долгие жертвоприношения из-за нечистоты и стихий. И также умы очень неразвиты у людей век Кали, они не могут долго слушать об одном, не могут углубить тему. Они переключаются с темы на тему, прыгают чанчала, как воробей, прыгают, ища какую-то пищу, но они не могут глубоко мыслить, не ленивы. Ум беспокоен. Кали начался. Может быть, ты нам расскажешь, что ты услышал от Шукадевы. Ты просветленная личность из нас. Это стихии. Стихии, в которых мы живем. Не хватает энергии самих стихий из-за влияния человека. Рождаются люди исключительно с потребительскими склонностями. Исключительно. Все. Сейчас практически все люди рождаются с потребительскими, эгоистическими склонностями. И энергия ложного эго тамаса усиливается. Смотрите. Переходит вся позитивная энергия в негатив, означает. Тамас усиливается. Раджас способствует этому, генерирует, как эта деятельность должна быть не полезная деятельность, а из выгоды. Она генерирует, увеличивает тамас, укрепляет, то есть возникает много нечистоты из-за такой деятельности, но много выгоды. И сатва катастрофически уменьшается настолько, что становится просто какой-то несчастным. Если вы в сатве, то вы несчастный человек, смиренный, такой, знаете, молчаливый, ничего у вас нет, нищий, заработать ничего не можете, потому что вражец. Если вы пойдете, там будет тамас, все нечистое, очень опасно. Век Кали вот так становится. Религия как безбожие выглядит. А безбожие процветает как религия. Здесь говорится, что дров слишком много, огня мало. И наша задача разжечь вот этот огонь, чтобы трансформировать это вот невежество природное в страсть, под страсти, с деятельности благотворной, служение в сатву. Это тяжелый труд, может быть, в начале. Но благодаря санкиртана яге мы можем получить эти силы. Тут запас энергии идет колоссальный. Нет стихии. Нет. Стихии мы сейчас мало что получаем от Кришны. От источника этих стихий. Вот единственный выход сейчас прямо к Богу обращается. Подобно тому, как избыток дров гасит пламя костра, плод, который развился из семени Кашьяпы, в чреве дити стал причиной того, что Вселенная погрузилась в кромешную тьму. Из данного стиха следует, что причиной, окутавшей Вселенную темноты, был плод, который развился в чреве дити и семени Кашьяпы. Вот. Он даже еще не явился, этот человек. Он еще ничего плохого не сделал, только просто в утробе матери стал развиваться. Уже он стал потреблять энергию, всю трансформировать. Вот какая природа живого существа. Есть демоны, есть, как говорится, полубоги. И полубоги трансформируют все в
страсти недовольства, то демоны, а полубоги трансформируют наоборот. Страсть в добродетель, это их задача, дхарму устанавливать. Вот мы должны тоже решить, кто мы, что мы будем делать. По деятельности определиться, что делает человек, кто он по своему характеру. И по плодам его деятельности, конечно же, определиться, каков же плод. И можно, это еще у нас не конец света, видите, значит, солнце светит. Но солнца мало становится, не так много. И природа не так уж предсказуема становится, тоже беспокоит людей. Шри Майтрея сказал: «Довольный молитвами полубогов Господь Брахма, постичь которого можно с помощью трансцендентного звука, попытался успокоить их». Ну, так Майтрея выражается. Здесь три строчки комментария. «Услышав о случившемся, Брахма, которому было известно о прегрешении Дити, улыбнулся». Причина улыбки. Он ответил собравшимся полубогам так, что они смогли его понять, чтобы они смогли его понять. То есть, означает, интеллект Брахмы превосходит полубогов. Он был рад встрече, что он может передать им больше знаний, поэтому улыбался. Потому что там не проблемы, он улыбался. Но он знает, что у них должны быть проблемы, они... Независимо, они несовершенные, как могут проблемы? Должны быть проблемы. Обязательно. Тут ничего нового для Брахмы нет. Но чему он обрадовался, что они обращаются к нему за знанием, это очень хорошо. Это замечательно. Можно улыбаться. И здесь Майтрея говорит: довольный молитвами полубогов. Полубогов. То есть Брахма необычный полубог. Полубоги молятся ему. Над святостью полубогов. Для нас полубоги, это знаете. Но на святостью полубогов есть Брахма, недоступный для их святости вообще. Недоступный, если говорится. Он снисходит туда просто к ним. Если они еще правильно молитву вознесут. И настроиться должно быть. Здесь говорится, что Брахма можно постичь при помощи трансцендентного звука. Сразу Майтрея говорит о Брахме и как можно общаться с ним. Телефон дает адрес. Не просто вот есть Брахма и все, хотите верьте, хотите нет. Нет, при помощи освоите трансцендентный звук, можете общаться с ним, пожалуйста. Есть телефон. Так же, как к Кришне мы обращаемся. Есть номер телефона. Харе Кришна, Харе Кришна. Вы же звоните каждое утро, надоедаете ему. И он там бжжж, у него бжжж, бжжж, два часа вообще от каждого. И он говорит: алло, 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 слушай, слушай, слушай. Он отвечает, что ну, нам дали трансцендентный звук, качали, это работает. Как когда-то царица Кунти получила мантру от Дурваса Муни, и она работает, она призывала полубогов. Какого она хотела? И так появились пандавы. Итак, Брахма улыбается, потому что звук был трансцендентным, когда к нему обратились полубоги. Они смогли настроиться на духовное, поскольку имеют божественную природу. И Брахма пришел удовлетворенный, улыбался. И Брахма увача. Что же он скажет? Наверное, что-то необычное, так ведь? Даже то, что полубоги не знают. Давайте посмотрим. Манаса ме сута юшмат пурваджа сана кадая Чэру вихаяса локал, вакешу вигата сприха. Вигата сприха. Не имею никаких желаний. Так, послушаем перевод. Господь Брахма сказал. Здесь так говорится. Господь Брахма переводит. Задолго до вас четверо моих сыновей, Санака, Санатана, Санандана и Санат Кумар, появились на свет из моего ума. Глубоко. Не рассказывай сказки. Да? Да? Что такое говоришь вообще? Где это? Из твоего ума это как? Четверо детей? Наверное, полубоги все пошли разошлись, сказали, лучше больше не общаться. Нет. Брахма сделал, как бы явление осуществил. Это не путайте с лектором.
Брама не лектор, как мы. Вот мы – это лектор. Брама – это явление. Если Брама где-то является, это место сразу становится священным. Даже если полубоги явятся где-то в этом мире, это место сразу будет тиртхой. Мгновенно. Это явление, потому что. Явление означает, что они не просто приходят, они что-то оставляют. След оставляют здесь. И если Брама придет, он здесь оставит след, но пока твоя не существует. Нужно молиться, приди сюда, наступи ногой на это место. На наш гураши наступи здесь, и все будет хорошо. Будет защищен, все. Будет тиртха, святое место будет. Даже если кто-то не верит, все равно не почувствует, что здесь хорошо. Оно будет под защитой, это место. Вот. Но мы Браму не приглашаем с вами, мы Кришну приглашаем. Приходи сюда, Господь Читания, Нитянанда, Почитату, приятно приходить сюда тоже, ешьте просад, воспеваете, это тоже становится место священным. Что все преданные, они связаны с Кришной, так или иначе, по-разному. И Брама говорит, появились из нас свет, из моего ума. Вот, вот настолько Брама управляет умом, контролирует ум. Может создавать детей без брака, небрачные дети. Но желанные. Что внебрачные обычно связано это слово с тем, что нежеланные. Ну, так случилось, появился ребенок, но не в браке, понимаете, надо скрыть это, нежеланный ребенок. Здесь как бы они внебрачные, не брака, но желанные. То есть это значит, что Брама имел детей без помощи кого бы то ни было, именно такие, каких хотел, но ошибся. Вы помните, как это было? Когда четыре кумаров появились, он им сказал, что они должны делать в будущем, потому что план тогда был Господа Брамы населить Вселенную, джапати создавать живых существ, которые будут умножать потомство хорошее. А кумары сказали, нет, папа, у нас нет таких желаний. Мы не собираемся это делать. Брама разгневался тогда на детей, как обычно это, собственно, родители. И вот из этого гнева и вышел Рудра. А вы не понимаете, Шива, вы сейчас испугались, разбежались. Не было бы сейчас ничего здесь, а то в неделю. Шива явился в небе, можете представить, что такое? Даже Брама был напуган, а вы спокойно сидите. Шива. И как же умиротворить его? Но он ему сказал, что сиди, думая о Верховном. Пока он думает о Верховном, все хорошо. Разрушается Вселенная. Теперь он улыбается. Боже мой, чего дошли вообще? Вселенную разрушает Шива, все счастливы. Нормально. Пропадена вся Вселенная, мы этим духовный мир. Вот преданные. Надо еще понять их психологию, верно? Психология третьего тысячелетия называется. Иногда они путешествуют по просторам материального и духовного неба, не имея никаких определенных желаний. Вот, вот что значит преданный хиппи. Вот рождается преданное желание, ниоткуда он пойдет. Пройдет туда, сюда. Ну, скажут, сделай это, потом бросит. Скажут, сделай это. Он ни к чему не привязан. Как Гоп-Кумар, то же самое. Он возвращался с планеты на планету. И везде его просили, везде его свет, везде его преданность. Даже Индра сказал, поуправляй, пожалуйста, планетами, полубогами. Пусть все получат благо. Я не такой совершенный. Хотя бы какое-то время, прошу тебя, даже Индра не завидовал ему. Даже Индра не беспокоился о своем положении, когда видел Гоп-Кумара, говорит, пожалуйста, сядь на мой место, на мой трон. Так и был Гоп-Кумар. Говорит, ну хорошо, поуправляй. Поуправлял, действительно, столько блага. Потом Брама сказал, ты потвори немножко, я посмотрю на тебя. Это был Гоп-Кумар, но он там потворил, там что-то сделал. Тот пришел, и он сам искал Бога, он ничего другого не хотел. Так же Кумары, они ходили и смотрели, а где же Бог? Они же родились в Брамане. Бога не видели. Браман осознавали. Вот они и бродили, думали, где этот Браман, кончится или не кончится? Где же его источник? Есть или нет? Они искали личность Бога, но они нашли его. Это будет описываться, они нашли его позже. Но ворот Вайкунтхи они увидели на Райме. Стали преданными. И они иногда они путешествуют
говорит Брама, по просторам материального и духовного неба, и там бывает, видит. Не имея никаких определенных желаний, комментарий Прабхупады. Говоря о желании, мы имеем в виду желание удовлетворять материальные чувства. У таких святых личностей, как Санака, Санатана, Санандана, Санаткумар, нет никаких материальных желаний. Но иногда они, не побуждаемы никем, путешествуют по Вселенной, проповедуя живым существам и рассказывая им о преданном служении Духовному Господу. Вот причина, как бы. Передвижение подобно Нарви, также сходно в этом. И там, где появляется Нарада или Кумары, там, конечно же, наступает процветание, там что-то удивительное происходит. Я думаю, что процветание будет сопутствовать нашему движению. Иногда преданные думают, что процветание должно быть внутри нашего движения именно. Я думаю, это не совсем правильное настроение. Потому что, собственно говоря, преданные очень заинтересованы в процветании. Что бы они создали, очень трудно поддерживать преданных. Они скорее заинтересованы в проповеди. Туда уйти, сюда уйти, то есть на месте не сидеть, что-то делать. То есть процветание будет, ну, параллельное какое-то будет процветание. Как? Побочный продукт проповеди. Будет процветание. Даже ачарьи предсказывают, что будет неслыханное процветание. Но преданные они при этом во время этого процветания не будут иметь материальное желание говорить. Вот тогда процветание наступит. Пока преданные для себя желают какого-то процветания материального, мы не будем развивать как бы общество слишком. Будут трудности. Думаю, вот когда же ИСККОН будет процветать. ИСККОН создан не для этого, не для процветания материального, а для распространения духовного знания. Здесь нужны воины, разумные люди. Они просто люди, которые хотят устроить хорошо свою жизнь. Она устроится так или иначе, говорите, и неплохо устроится. Но вот это умонастроение. Процветание, может быть, будет не в самом ИСККОН, да и не нужно, чтобы ИСККОН был богатым слишком. Это не понравится зрителям людям. Что вот они, проповедники, и смотрите, богатые люди. Если есть какие-то богатства, их нужно сразу занимать служением. Нужно накапливать деньги и быть миллионерами. Нехорошо. Татекада Бхагавато Вайкунтха Сьямалатмана Яюр Вайкунтха Нилаям Сарвалока Намасвитам. Обойдя всю Вселенную, они вступили в пределы Духовного Царства, так как были свободны от материальной скверны. В духовном небе плавают духовные планеты, называемые Вайкунтхами. Этим планетам поклоняются жители всех материальных планет, ибо на них обитает сам Верховный Господь, Его чистый преданный. То есть планетам поклоняются духовным. Все, что духовное, это для того, чтобы мы выражали почтение, поклонение. Это объект такой, свойство души. Бхакти. Другими словами, это бхакти-йога, мы любим. Душа, это такая любовь большая. Она любит все, уважает все, почитает все. Это его природа изначально. Это сознание Кришны. Так проявляется. Здесь говорится, они вступили в пределы духовного царства, им удалось войти туда. Почему не было скверны? Как они добились не только этим знанием трансцендентным, но также они обладали ситхами. Ситхами обладают все люди. Но управлять ситхами может только желание. Это не заказ. Например, могу не желать принимать лекарства, но я его приму лекарство. Вот так невозможно управлять ситхами. Мы должны желать. Не иметь материальное желание, чтобы войти в духовный мир. Тогда ситхи есть, чтобы войти в духовный мир. Как только появляются желания, именно это желание управляет ситхой. Почему не хватает сил нам что-то сделать хорошее? Потому что желание отнимает эту ситху и держит его. Например, одна рука связана, и вы не можете ее действовать, вы скованы, потому что вы не отпускаете этот предмет, к которому вы привязаны. Но у вас есть еще одна рука, вы можете ей действовать. Есть желание сознания Кришны. Этой одной рукой вы можете действовать. Но можете двумя руками, если отпустите это желание, у вас будет две руки тогда действовать.
также касается других частей нашего как бы, тела, нашей возможности, если они все связаны какими-то материальными желаниями, то ситхи, способности, мало будет проявляться. Лишь настолько, насколько иногда один лишь только палец действует. Знаете, все остальное занято, нет времени. Вот я могу хотя бы палец показать сознанию Кришны. Указать путь туда. Вот. Сам не могу, но покажу, иди туда. Вот. Ну, я привязан, я, извините, я никуда не могу. Но могу показать хотя бы. А если освободиться от этих привязанностей, то эти ситхи, они естественные, они есть уже. Мы можем все, говорится. Вопрос желания. Материальный мир подобен, полон забот и тревог, Прабхупада пишет. Согласен? Тут никак вот не возразить. Когда Прабхупада говорит, хочется противостоять, а невозможно. Я когда читал книгу Прабхупады впервые, это сразу заметил. Невозможно спорить, я же был спорщиком. А тут читаешь, что такое, вот каждая строчка неоспорима. Материальный мир полон забот и тревог, ну что ты скажешь? На любой из его планет, от высшей планеты до самой низшей, Паталы, все живые существа пребывают в постоянном беспокойстве, поскольку в материальном мире нельзя жить вечно. Опять правильно. Даже если в Паталы не верите, все равно скажете точно. Потому что вечно жить нельзя нигде. Паталы как ни назовете. Опять правильное утверждение. На самом деле все живые существа являются вечными. Хорошо. То есть мы хотим. Они стремятся обрести вечный дом, вечную обитель. Но поскольку они живут в бренном материальном мире, они постоянно пребывают в беспокойстве. Опять правильно. Хотим точно. Планеты духовного мира называют вайкунтхами, потому что их обитатели не ведают тревог. Для них не существует рождения, смерти, старости и болезней, поэтому их жизнь не омрачена тревогой, омрачают тревоги и печали. С другой стороны, обитатели материальных планет живут в вечном страхе перед рождением, смертью, старостью и болезнями. Поэтому их постоянно гложут тревоги и беспокойство. В коротком комментарии Прабхупада объясняет разницу Вайкунтхи и материальные миры. Все жители планет Вайкунтхи внешне похожи на верховную личность Бога. Все они заняты преданным служением Господу и равнодушны к чувственным удовольствиям. Если все похожи на Бога, возникает некоторая проблема. Тогда зачем смотреть на Бога? Если все как Бог, тогда как мы будем поддерживать стремление к Богу? Если такие же богатые, такие же красивые, также такие же способные, такие же ученые, там на Вайкунтхе они так выглядят, тогда в чем же его особенность? Бога. Можно взять просто на жителя Вайкунтхи, и все, Бог-то не нужен. Нет, красота одна. Мы видим там, в этих жителях Вайкунтхи, распространение красоты, это потрясающе. Не просто красоту личную. И ведь личную красоту, она скучна. Вот красивый человек, вот красивый, вот много красивых. Скучно. Скучна такая красота. Но если вы видите, что они как отражение этой красоты, это красота одна, вот в чем дело. И она распространяет себя, это совсем другое сознание Кришны, совсем другое сознание. В материальном мире каждый хочет быть индивидуально красив, и мы живем в таком искусственном, скучном мире. Хотя достигли многие как бы таких красивых вещей, почему нет? Их сейчас миллионы. Можно сейчас из любой женщины сделать мисс там какую-то. Украсить так, там подтянуть, там подкрасить, там мастера. И на выставку, пожалуйста. Есть один преданный, у него от рождения ноги короткие родился. При неудаче личной жизни за это. Кривые, короткие ноги. Некоторые были родственники. Не, выпрямили, операцию сделали, вытянули, выпрямили, сейчас нормально ноги. Сейчас такие технологии, если хотите. Скучно. Почему это не приносит счастья? Вот странная вещь. Потому что красота одна. А это все воровная красота. Воровная красота. Опять мы говорим здесь как бы о внутреннем сознании Кришны. Не просто внешние факторы какой-то красоты, успеха, процветания, а внутреннее осмысление этого должно быть правильное.
чтобы человек был счастлив и видел вещи, как они есть на самом деле. Поэтому, когда мы не жители Вайкунтхи, через него мы видим Бога, вот еще он красота. Через него мы видим Бога. И мы видим преданного, через него мы видим Кришну, вот в чем красота. Преданность и красота. Все жители планеты Вайкунтхи внешне похожи на Верховную Личность Бога. Все они заняты преданным служением Господу и равнодушны к чувственному удовольствию. В Вайкунтхе нет чувственного удовольствия. Они равнодушны. Мы говорим, что к страсти нужно быть равнодушным, потому что именно страсть – источник чувственного наслаждения. Люди что-то приобретают в страсти, теряют что-то страсть. Страдают, радуют. Должны ли мы присоединяться к их радости, когда не радуются, приобретают что-то? Должны мы страдать, сострадать в них, когда они что-то теряют на бирже? Нет. Это не сострадание, учтите. Это страсть. К страсти мы равнодушны. Но если человек теряет, скажем, близкого родственника, связанного долгом, узами, служения, там есть элементы благости, и здесь мы сострадаем. Но если какой-то бизнесмен потерял весь свой капитал на бирже, не сострадает. В этом это факт нейтральный. А кто-то, наоборот, приобрел его деньги, ему не радуется. Это страх. Здесь говорится, это сознание Вайкунтхи. Но благость мы принимаем, да, да, есть страдания, связанные с гуной благости, состраданием. В этом стихе дано описание жителей Вайкунтхи и их образа жизни. Все обитатели Вайкунтхи внешне похожи на Верховную Личность Бога, на Райну. Божеством, правящим на планетах Вайкунтхи, является четырехрукая полная экспансия Кришны, на Райну. И у всех жителей Вайкунтхалоки тоже по четыре руки – что отличает их от обитателей материального мира. В материальном мире мы нигде не найдем человека с четырьмя руками. У жителей Вайкунтхалоки нет другого занятия, кроме служения Господу. Служа ему, они не преследуют никакой корыстной цели. Хотя любое служение приносит тот или иной результат, преданные никогда не стремятся осуществить собственные желания. Все их желания сосредоточены на трансцендентном любовном служении Господу. Вот там так и живут жители в этом колоке. Возникает вопрос. А что тут особенного? Они жители в этом колоке. У них просто нет материальных желаний. Ну чем гордиться? А у нас есть, видите, у нас. Поэтому нам трудно. Им-то там легко. А кто сказал, что у них нет? У них может быть, у них есть свобода. Не думайте, что кто-то тогда ограничил их, как бы кастрировал. Не думайте так, что их там ограничили в выборе. Нет, они просто совершенны в своем выборе, в своей преданности. Они могут развить тоже материальное желание, уйти в материальный мир. Почему нет? Они свободны. У них больше свободы, чем у нас. Они могут занять место Брахмы во Вселенной какой-нибудь, если захотят. Конечно, может дать, но у него место Ямараджи, если захотят, Сурьи, кого угодно. В этом мире есть столько потрясающих вещей материальных. Но они настолько преданы, что они абсолютно равнодушны к этому всему. То есть они обладают полностью до выбора, поэтому тут нужно восхищаться. Материальный мир существует, они знают о нем. Они не в невежестве. Это мы не знаем все духовное. Потому что есть невежество, человеческое невежество. Но они знают о духовном, материальном мире все необходимое, о Кришне все знают необходимое. И у них выбор, о, какой. Есть такие вселенные, Прабхупада говорит, на миллионоголовые брахмы, о, это вам не этот рай, Индры, который мы здесь слышим. Чем же они отличаются от Вайкунтхи? Да практически ничем, может быть. Только тем, что жители Вайкунтхи абсолютно чистые. Но это выбор. Поэтому здесь нужно прославить жителей Вайкунтхи. Они достойны славы. Это не просто жители, которые пользуются благами Вайкунтхи, невежественно живут, не зная ничего о материальном мире, нет никакого выбора, у них нет, как только
служить Верховной Личности Бога. Законы государства, как убить, так и выше, нужно служить Личности Бога. Потом зарплаты, пенсии, все обеспечивается, и вечность продлевается. Это менталитет материальный полностью. Он не вызывает какого-то восхищения или удивления, так, но там живые существа, они в полном знании. Узнать о духовном царстве Верховной Личности Бога можно только из описаний, содержащихся в Ведах. Ни одно живое существо не может отправиться туда, чтобы увидеть его своими глазами. Даже здесь, в материальном мире, тот, у кого нет денег на то, чтобы совершить путешествие в дальние страны на механических средствах передвижения, может узнать о них только из достоверных описаний, переведенных в книгах. Планеты Вайкунхи, парящие в духовном небе, находятся далеко за пределами материального мира. Современным ученым, которые пытаются штурмовать материальный космос, слово-то какое, штурмовать космос, вообще, с чем связали, что они себя думают, штурмуют космос. Очень трудно достичь даже ближайшей от нас планеты Луны. Высшие планеты материальной Вселенной и те недоступны для них, а о том, чтобы войти за пределы материального неба, достичь духовного царства и собственными глазами увидеть духовные планеты Вайкунхи, они и не помышляют. Поэтому сведения о царстве Бога в духовном небе можно почерпнуть только из авторитетных описаний, которые содержатся в Ведах и Пуранах. Когда американские космонавты вышли куда-то в космос, там один из них сказал, зачем мы сюда прилетели. Этот штурм так и закончился сразу же, сумасшествие. А отказала психика сразу же. Штурм от космоса был. Так романтично, знаете, смотреть на звезды, так как полететь бы туда, посмотреть бы туда. А на Луне как? Кто-то будет. А вы попробуйте. Это не для человека. Материальным миром правят три гуны материальной природы – благость, страсть и невежество. Однако в духовном мире гуны, страсти и невежество полностью отсутствуют. Там есть только гуна благости, свободная от малейшей примеси невежества и страсти. В материальном мире даже тот, кто целиком находится под влиянием гуны благости, иногда испытывает на себе оскверняющее воздействие гун невежества и страсти. Но в мире Вайкунхи, в духовном небе, гуна благости существует в чистом виде. На планетах Вайкунхи живет Господь и Его преданные, которые имеют ту же трансцендентную природу шутра-саттвы, то есть находятся под влиянием гуны чистой благости. Планеты Вайкунхи очень дороги всем вайшнавам, которые стремятся вернуться туда и достичь царства Бога, преданным вайшнавам помогает сам Господь. Описание царства Бога сегодня. Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое за лекцию. Скажите, вы только что сказали, что есть шутасатва, это то есть какая-то почти благость на уровне трансцендентности, правильно? И получается, что чем тогда эта шутасатва на Вайкунхах отличается от Галоки? Чем отличается шутасатва Вайкунхи от Галоки? Ничем. Все чисто. Все чисто. Галок это тоже Вайкунх, да? Это тоже чистота. То есть шутха означает чистый или трансцендентный духовный. И все это область духовного мира. Вайкунх, два планеты Вайкунх и Галок. Да? Между ними нет разницы в этом смысле. Разница только в богатстве, раз. Разнообразие, раз. А можно еще вопрос? Скажите, пожалуйста, вот ребенок, когда ребенок рождается, у него, получается, заложено уже все понимания о праведности? Или их отчасти воспитывают? Нет, в Бхагавад-гите говорится, что демоничные качества врожденные имеют природу. Врожденные. Демоны – это природные качества. И преданные тоже – это природные качества.
либо рождаются демонами, либо преданными. В Кали-югу рождаются теми другими демонами. Смешанными живут. Есть склонность к духовному, но фактически все утверждены в демоническом изображении. Это враждебно, конечно. Почему? Потому что совершались в прошлом поступки соответствующие. Гуна карма. И вопрос, можно ли изменить? Можно, если мы знаем метод. Так же, как можно железо обратить в золото, если есть философский камень. Если есть метод. И этот пример рассказывает Господь Чайтанья Махапрабху. Это как раз касается жителей Кали-юги, которых невозможно изменить никаким методом. Он говорит, есть метод. Метод посвящения существует. И воспевания святого имени. Можно возродить эти качества. Второе рождение называется. То есть там, в самой глубине, мы, конечно же, души. В глубине, в самой глубине. Вот Хари Кришна Махамантра до самой глубины действует. Да. Все остальные методы зависят от нашей сатвы. Насколько мы сами имеем сатву, количество денег, настолько мы сможем приобрести какие-то знания. Врожденные качества, которые можно, конечно же, как-то воспитать, поддержать, развить, но из того, что есть только, из того материала. Поэтому мы видим такое чудо, что Прабхупада мог делать из хиппи-хэппи преданных чистых. Я это могущество святого имени для Катали. Что ограничивает мышление человека? Что ограничивает? Да, то есть почему мы сейчас считаем царство Бога? Ничто, а кто ограничивает? Аханкар ограничивает. То есть я сам ограничиваю себя. Никто не ограничивает. Кто не ограничивает себя? Никто никого не вижу.